компактный радиобудильник с большим дисплеем и возможностями Bluetooth-колонки. В этом видео распакуем радиочасы с будильником Hyundai, модель HRCL410. В комплекте идет кабель питания, инструкция и гарантийный талон. У радиобудильника лаконичный дизайн и черный пластиковый корпус. Размеры устройства 143 мм в длину, 46 в высоту и 33 в глубину. Модель не займет много места на прикроватной тумбочке. Переднюю панель радиобудильника занимает большой светодиодный дисплей диагональю 1,2 дюйма с крупными белыми цифрами. На экране будут попеременно отображаться время и температура. Отключить эту функцию нельзя. На верхней панели расположены кнопки. Они включают устройство, приостанавливают воспроизведение музыки, отвечают за два будильника, переключают треки, настраивают яркость дисплея и выбирают режим воспроизведения музыки. Помимо радио, прибор может воспроизводить музыку с вашего телефона по Bluetooth или внешней карты. Для воспроизведения музыки с TF-карты нужно установить ее в разъем на боковом торце. Рядом порт для подключения кабеля питания. Устройство может получать питание как от электросети, так и от встроенного аккумулятора на 2400 мАч. Его заряда хватает на 2-3 дня. Динамик в устройстве находится в тыльной части корпуса. Здесь используется монозвуковая система. Мощность звука составляет 5 Вт. Что в итоге? Этот радиобудильник Hyundai сочетает в себе функции электронных часов, будильника, радиоприемника и колонки, воспроизводящей музыку с TF-карты и смартфона. Модель подойдет тем, кто хочет иметь не просто часы-будильник, а многофункциональное устройство в компактном корпусе.